Вот моя любимая собачка. Ей в феврале будет 2 года. Зовут Крош, по паспорту Диего. Да, Диего, серьезно все. Очень любит вкусняшки. Вот прекрасный корм отечественный. Карми. Не отбирай, подожди, да я сниму. Вот, утка в соусе. Он как раз предназначен для собачек старше года, миниатюрных. Вот, еще и привередливых в питании. Крош достаточно привередлив в плане сухого корма, то есть у него бывает. Вот. Этот корм он очень любит. Ай! Отдай. Вот здесь вот вся необходимая информация о составе есть. Вообще о нормах кормления очень удобно. Номер телефона производителя. Проконсультироваться можно, если какие-то вопросы будут. Вот очень удобно открывается. Вот мы корм открыли. Открыли. Вот такие вот кусочки. Так, котик, отойди, тебе все равно не перепадет. И вот котик у нас, конечно, очень наглый. Вот. Вот крошек летает кусочки. Ему корм нравится. Ест с большим аппетитом. Всем доволен. Жадно так ест. Причем он тут, вот этот влажный корм всегда очень жадно ест. С сухарями у него такое не прокатывает. Сухари он очень степенно, медленно ест с перерывами. Никуда не торопится, а здесь... Ну вот там он, смена есть небольшая. У них есть свой корм кошачий, но, конечно же, вот этот вот рыженький котик, он откуда угодно может подтянуть корм, если плохо положить. Ну, собака, конечно же, свой корм не отдаст. Да? Крошка.